Группа инициативных горожан вышла с предложением поставить памятник одному из самых знаковых политиков Приморья – экс-губернатору Владимиру Миклушевскому, который правил краем с 2012 по 2017 год. Располагаться он будет на памятном месте – мысе Бурном. В виде чего будет этот памятник, точно пока неизвестно. Возможно, в виде вертолета. Мы решили спросить у прохожих на улицах столицы Дальнего Востока, что они думают об этом предложении. Помните такого экс-губернатора Владимира Миклушевского? Конечно, помним, да. Не помню и даже знать не хочу. Не помню, ничего про него сказать не могу. Миклушевский что-то... Я моряк, я не знаю, я недавно с моря пришел. Ну да, был. А ему у нас хотят поставить памятник на мысе Бурном. А что вы думаете по поводу этой инициативы? Ерунда какая-то. Я против того, чтобы ставить памятники политикам. Я не знаю, но как большинство, если то я тоже за. А у нас некуда денег тратить, как ставить памятники. Кожемякин хочет Иисуса поставить, вы хотите Миклушевского. Зачем олицетворять? Они и так при жизни. Чем они заслужили это все внимание? Глупости, конечно. Я лучше Пушкарева поставлю, честное слово. Оно нужно, вот честно скажите. Да ставьте, ставьте, конечно ставьте. Мы за, да? Да, конечно. Но он внес вклад, конечно, для развития нашего края. При нем что-то строилось. Если ставить, то в виде чего? Не провоцируйте. Есть предложение в виде вертолета. Вот это будет отлично. Лучше на Хаяте. Сверху. Ну вот здесь я не знаю, я затрудняюсь. А это только надо архитектора, а там мы-то при чем? А не надо. Не надо. Он не поэт, он не художественный не деятель. Для чего? Человек побыл, отстоял и пошел. Только на морском кладбище. Ну, мне кажется, не стоит деньги тратить. Кто из политических деятелей Приморья или страны заслуживает памятника? Не знаю. Скорее, артисты всякие. Деятели культуры. Интересный вопрос. Никого не знаю такого. Никаким. У нас в России с этим все очень сложно. Знаете, политика, я ее вообще не любитель. Потому что они обещают много, а ничего не делают. Сталину. Кому нужно ставить памятник, это Николаю, вот честно скажу. Потому что вот лучше губернатора я не видел. Ну, может быть, даже Ломакин. Путин.